Обычно говорят, я здесь. Вот, видите? Понимаете, да? А вот сейчас будет фокус. А теперь возьми это я в систему координат. Я славянского алфавита означает положение вещей, а не палец воткнутый в тело человека. Теперь понимаете? Нет? Объясню. Покажите пальцем на себя. Больше нет результатов. Все. Для вас нет результатов, потому что для вас я это... Так, поэтому результатов больше нет. Никогда. Ни в каких обстоятельствах. Любая попытка переносить букву «Я» геометрически на свое тело исключает возникновение результатов в пространстве и времени. Мгновенно. Это магия. Вот такая славянская магия. А так как русский язык – это изначальный язык на Земле, самый первый, то все языки произошли от русского языка. До одного. Отсюда неприятность. Все. Называется чарамутия. Слышали, короче? Пишем в командной строке чарамутия. Находим нашего соотечественника в Днепропетровске живущего, умершего в 1800 каком-то году, который проводил исследование российских языков. Очень интересно. Как его зовут? Кашкинадий Лукашевич. Конечно, их не одна. Я вам, Лера, крайне рекомендую эту книгу Лукашевича прочитать. Очень интересная книга. Так вот, когда вы говорите «я», это попадос. Как только вы начинаете думать «мне плохо», все должно быть мне, я все для себя, пространство и время исчезает. Ваше пространство, ваше сознание – это ваше тело. Замкнуто, ваша геометрия вашего тела. Все. Вот такая магия. Высшего уровня, высшая небесная математика. Блага человек получает совершенно иным способом. Вот это я, видите, это все его. Иначе. Вот там результат, который принадлежит тебе, становится частью тебя, твоего бытия. Твоего бытия. Поэтому, когда вы что-то делаете для себя, ваше сознание равно геометрии вашего тела. Все, что происходит, происходит внутри вашего тела. Отсюда возникает творческое мышление. Обратите внимание, когда вы в Святых Писаниях читаете слово «изнутри», там не сказано «изнутри тела». Понимаете? Там нету слова «тело». Видимо, человек больше, чем тело, да? Размеры человека больше, чем тело. И вот как только вы начинаете покупать платье для себя, что-то делать для себя, у вас начинаются неприятности в вашей жизни сразу. Я когда с Палычем эти беседы по вечерам вел, он мне очень подробно объяснил все эти вещи. Что если я буду делать что-то для себя, у меня никогда ничего не будет. Потому что если я делаю для себя, то я замыкаю свою геометрию сознания объемом своего тела. Инструментарий не работает. Вы бесконтакт к себе применяете. Вы шарашите себя инструментарием с утра до вечера. Бьете себя, а не окружающую действительность. В этом весь прикол.
И как только вы начинаете делать не для себя, а для результата, для дела общего и так далее, у вас сразу возникает обратный поток к вам, всех этих благ. И это очень понятно. Потому что наши буквы славянского алфавита имеют геометрическую функцию. И я – это положение вещей, а не тело человека. Не вот это не я. Это тело человека, это терминал. Поэтому издеваться над своим телом не нужно. Понимаете? Издеваться нужно над пространством и временем, понимаете? И изымать из этого пространства и времени все, что вам необходимо. Силу, блага и прочие вещи. А над собой издеваться не надо. Ну, этого делать не нужно. Понимаете? Вот что. Насколько я понятно говорю?